Привет, ребята. Нам там Яся кушает. Привет. У нас YouTube снял монетизацию с ролика про Ярика и баранью голову, поэтому я не буду снимать, как кушает Яся. Ну, видимо, все-таки слишком чувствительное население. Или уж рекламодатели, не знаю, ну вот. Поэтому просто поснимаю сов, которые пока не кушают, а сидят и пычутся на меня. И боятся. У них вчера был голодный день. Это вот наша кривая сова, которую, да, вот, которую Маша Маркина обследовала, у которого есть ряд недочетов по здоровью. А это вот наши выпускники уже в скорейшем времени будут. То есть мы еще ждем чуть-чуть все-таки. Стоит снег с прогалинами, выпустим их на свободу. Там еще в углу сидит малыш, но он тоже сидит. Ну, он, правда, не ест, можно так поснимать. Вот он тоже сидит там с едой. Вот, пуховенький. Это не тот, который у нас в Инстаграм светился, того вернули обратно. Там все хорошо. Это от Маши Маркиной малыш, которому нужна облинка, у которого проблемы с пером были. Вот. Да? Не показываем, как едят. Нет, все. Все красиво. Совы едят розы. А сейчас. Против совы того, чтобы есть розы, сейчас мне по голове за это настучат, поэтому я пойду отсюда. А у нас супер крутая новость от наших орланов. Давай, давай, покажи. Ну теперь уже я точно погоняю, потому что я хочу сказать. Да, вот. Ой, я просто очень боюсь, что он сделал мне на голову это. В общем, короче, наш мальчик, который еще недавно вообще никак не вставал и практически не шевелился, летает активно, да? На малышка? Да, за него рада, да? Ты бы тоже хотела, но у тебя не получается. Вот. Ну, в общем, короче, он подлетывает. Это замечательно. Да? Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Думаю, что в ближайшее время будем делать ему рентген, смотреть, какой, насколько там все срастается. Понятное дело, что в этом году мы пускать его еще не будем. Там перо не полиняет, то есть он же как бы лежал и сильно его попортил. И, ну, в принципе, травма свежая, там надо будет еще восстанавливать мышечную массу, тогда просто менять уже вольер, не в этом разведочник. Ну и подхрамывает он пока, поэтому, конечно, это еще до выпуска говорить рано, и вообще будет ли выпуск, но... Уже хорошо, что он летает. Да ты моя говорилочка, ты моя курочка-говорилочка. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, да, солнышко? Ты моя сладкая девочка. Вот такая. У тебя клювик белеет, да? Скоро будет желтый-желтый, как у настоящего взрослого орлана. Такой, что? Кто? Нет, он помоложе, у него совсем черный, у нее, да, у нее вот уже... Белеет. Клювала. Да, моя красотка. Красотка. Так вот совсем, конечно, они разные по типажу и по профилю. Даже не то, что он там молодой, темнее. Так вот по выражению лица. Он такой упоглазенький, с маленькой головешечкой. И она такая... Похожа немножко на истребитель с такой большой головой. Большим клювом. Да, ты моя сладкая девочка. Сегодня рыбки нету, рыбку не привезли, да, плохие поставщики. Да, ужасно. Ни рыбки, ни крысок. Все завтра будет. Завтра будет пир горой, а сегодня так. Да. Ну, цыплятами перетопчешься чуть-чуть? Денек-то перетопчешься? Хорошо? Цыпляток поешь один день? Нет? Не очень? Ну, малыш, нет больше ничего. Да. Он-то он поест точно. Да ты моя красотка. Красотка. Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю. Ты мой маленький гордый профиль. Все. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Кто поет так красиво? Кто поет так красиво? Клёша поет красиво. О, ты моя, да. Ты моя прелесть. Ярик. Ярик, Ярик, весна, ужасное время года, все тает, тает. Это Ярик уголь. И уголь тоже тает. Грязно, противно и мокро. Фу. Ай, кто бежит?
Ай, кто бежит, 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 бежит. Ай, волк бежит. Волк зубами, волк бежит. Ай, ай, какой, ай. Нет? Не дай. Что ты там залезался? Что случилось? Дай посмотрю. Нет? Ай, да. Вот. Не, Ярик, ну не лезь туда, ты будешь весь грязный, Ярик. Ай, 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 ты мой балбес. Ай, ты мой балбес. Ай, ты мой сладкий балбес. Ай. Ай, догоню, догоню, догоню волка за попу, укушу волка. Нет? Нет? Не боишься, что тебя кусь за бочок? Ай, сладкий. Давай скорей. Ярик. Ай, дурында ты, дурында ты. Ай, кто такой? Кто такой, 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 такой? А, сейчас меня с ног шибет. Ой, ты мой сладкий мальчик. Вот он наш. Бегун. Ну, скоро, Ярик, чуть-чуть хотя бы подсохнет. У нас там прям по колено вода, Ярик. Волонтеры утонут. Не как бы не чего-то там, а именно конкретно утонут. Потому что снега зимой было много, а мы на болотах. И воды, соответственно, тоже теперь очень много получилось. Чё там, Ярик? Кипиш какой-то, собаки подняли, да? Ты мой сладкий. Кто сладкий? Кто сладкий? Ой, Ярик, ты любишь, когда тебя тефут, да? Тефут. Ай, говорит, тефут. Да, как все собаки. Очень любят почесухи. Аж прям это... Глаза закатывает. Чешите меня, чешите. Ярик, ты любишь почесухи, да. Все собаки любят, когда им чешут спинку, да. Вот. Да, я Руся, Руся. Ой, ты мой сетки. Аж губа задергалась. Ой, как хорошо говорит. Ой. На самом деле груминг очень важен для социальных животных. Это один из таких основополагающих способов общения и взаимодействия, и кого чесать, кому чесать, с кем чесаться. Это вот такая очень важная история для социальных животных. Поэтому это не просто там, как это сказать, там чешется, почешите меня, да, это еще и социальное взаимодействие очень серьезное для волка. И он, естественно, рад быть частью коллектива. Ему очень нравится, что его обихаживают, что его чешут. Вот. Поэтому он, ну и сам иногда бывает прикусывает, ну как бы как прикусывает, блашит немножко людей. Вот тоже не потому, что он там, у него слюни потекли, Ярик, сладкий мой мальчик, ай, сладкий. Вот. То есть это вот восторг от социального взаимодействия, вот. Как с друзьями выходить, сходить пиво выпить. Да, Ярик, примерно то же самое скажи. Ой, да, эти. Блин, ну такое дебильное выражение лица, я не могу. Да, говорит, вот. Чёсы, чёсы, почёсы. Чёсы, чёсы, почёсы. Кто игривый медведь? Кто медведь-котик? Потап, ты котик? Я вот не могу снимать и с ним взаимодействовать, потому что, ну, и... Точнее как, нельзя смотреть в камеру. Камера крадет там эти ноль какие-то секунды, которые, ну, принципиально важны для того, чтобы успеть отойти. Среагировать на Мишу. Да, это Юна. У нас котик. У нас режим котика включен. Мы урчим, валяемся, подставляем пяточки и хотим почесушечек. Ай, ай, ай-яй-яй. Яй, да, да, кто? Кто большая дура? Кто такая большая, да? Кого чесать? Кого чесать? Ай, кого чесать? Кого шаткого такого одного, да? Одного такого потапусюсю. Ай, да, ай, какой! Ай, какой! Какой игривый парень, да? Ай, лёг, кто лёг? Кто разгрыз будку всю? Кто будку разгрыз? Кто?
У кого большие лапы? Кто опять сломал всю будку? Кто? Да. Эй, дурачок, не могу. У кого пузо сладкое? Нет, пузо не дашь чесать? Да дай пузо почесу. Ну там же пузо. Ну, пузо же, нет? Я тебя тоже почешу. Не, Потап, ты дурной. Ты хороший, но дурной. У тебя такие настроения разные, да? Нет. Вот нет. Да. Да, чесалку свою ты сгрыз. Надо тебе новую покупать. Угу. Там вороны орут вовсю. Еду делят. Я пойду. Что такое? Что? Кто? Кто красивый мальчик? Кто красивый мальчик? Кто? Сейчас камеру приду убирать. Нет. Не, а. Нет. Не дам. Тебе не надо. Ну, я же говорю, он дурной. Он молодой, дурной. У него вот это вот как бы, ну... Да, Потап? Такой носик. Все, пока. Пока. Настроение хорошее. Я вижу, молодец. Наелся, сытый, довольный Миша. Пока, сын.